Партнер проекта – сеть центров кинезитерапии «Кинезис». Забудьте о боли в спине и суставах, об артрозе и остеохондрозе. От улыбки станет всем светлей. На мой взгляд, это не метафора. Улыбка – сигнал миролюбия и доброжелательности, символ искренности и соучастия, инструмент обольщения и пропуск в цивилизованное общество. Вариантов сделать голливудскую улыбку масса. Эстетическая стоматология – это то, что позволяет изменить цвет, форму и положение зубов. Чаще всего это касается зубов передних. Те, которые видны при улыбке, обычно это 10 зубов на верхней челюсти и 10 зубов на нижней челюсти. На сегодняшний день мы предлагаем два материала, которые отвечают эстетическим требованиям. Это цельная керамика. Второй вариант – это диоксид циркония, который мы применяем очень часто при нарушении цвета, когда разный цвет. Например, у рядом стоящих зубов. Если 2-3 коронки, изготовление и установка по времени занимают всего 2-3 часа. В клинике все реже используют слепочную массу и гипс. Изготавливается реставрация в цифровом варианте. Сначала проводится визуальный осмотр. Для оценки состояния ткани корневой части зуба специалист делает рентген-диагностику. Затем препарирование зубов, 3D-сканирование внутри ротовой камеры и процесс фрезерования. Уже после этого можно примерять коронки в полости рта, проводить индивидуальное раскрашивание и фиксировать их. После того, как коронка изготовлена и адаптирована по цвету и по форме, ее фиксируют на специальный цемент, чаще всего это композит двойного утверждения, и эти конструкции длительного ношения, в среднем это 10-15 лет. Уход очень простой, как за обычным зубом. Самое главное – проводить его регулярно. Как советуют стоматологи, это 2 раза в сутки, не менее 2 минут. На этих кадрах наглядный пример одного человека до и после установления коронок. Очень важно, что в центре все необходимые технологии в одном месте. Консультации нескольких специалистов, 3D-диагностика, 3D-планирование, лечение, цифровое изготовление коронок. Это значительно экономит время как самого пациента, так и время изготовления. Лаборатория очень важна, чтобы находилась именно в клинике. Потому что техники всегда на всех этапах участвуют в процессе. Особенно в процессе протезирования и в процессе планирования будущей работы. Есть такая легенда, что Юрия Гагарина для первого полета в космос выбрали в том числе за его открытую белоснежную улыбку. И не прогадали. Улыбка как символ покорения космоса. Впрочем, в жизни всегда есть место подвигу, хватит и на наш с вами век. Так что любите себя и дружите со своим стоматологом. Здоровья для!